Здравствуйте! Вас приветствует мистер Фрей и мой браузер Google Chrome. Сегодня мистер Фрей учится правильному произношению русского языка, что ему вполне возможно дастся с трудом. С трудом. И также мы сегодня изучаем английский язык с мистером Фреем. Сегодня мы изучим слово verge. Честно говоря, о существовании этого слова я узнал вчера, в очень интересных обстоятельствах, о которых я вам расскажу позже, вернее, вы, наверное, поймете сами. Это слово означает грань на нашем языке. Как же прононсится, интересно, verge? Verge. Verge. То есть даже не verge, а verge. Как прононсится наша грань? Грань. Грань. Примерно как-то так. Посмотрим в словарь. Новинка, бла-бла-бла. Слова сверху увидеть. Да, все фигня. Словарь. Собственно, значений куча. Мне особенно нравится обочина, посох. Достаточно развратная штука. Что еще? Стержень колонны. Да, вот это впечатляет. Что еще? Вот это вот обалденно. Verge означает кайма из дерева вокруг клумбы. Ну, также приближаться, клониться, не знаю. В общем, verge. Сегодня вы изучали английский язык с мистером Фреем. Давайте же теперь попробуем поиграть с мистером Фреем, если я найду... Да, правильная кнопка, совершенно верно. В новую игру verge... Которая мне будет показывать все вот так вот, да? Ну, ничего, мы научим тебя жить, показать все. Угу. Будем надеяться, ты хотя бы не будешь тормозить, пока показываешь нам все. Но это от Newgrounds, наверное, не должен. От другой почему-то тормозит. От кого же тормозил-то? От Big Dino. Ладно, что я могу сказать об обложке игры Verge? Она, черт возьми, хороша. И, черт возьми, хороша музыка. Кто бы ни был этот парень, он действительно прикольно смотрит на эти зеленые луга или поля. А, леса, точно. Что-то мистеру Фрею не удается разговаривать нормально. Он, наверное, сумасшедший. Ладно, сейчас не об этом. Ладно, я пока что не могу ничего особенного сказать про эту игру. Могу только ее начать. Отлично. I don't remember how I got here. Не помню я, как попал сюда. Возможно, вы знаете английский язык, но может быть и нет, и поэтому мне приходится иногда что-то говорить. Управление я, пожалуй, буду осуществлять с помощью все-таки WSDA. И прыгать буду с помощью Space, чтобы у меня правая рука была абсолютно свободна для мышки. Сразу же, как только я увидел эту игру, а это было вчера, по-моему, она даже вышла вчера, я понял, что это, черт возьми, качественный платформер. С красивой музыкой, красивым миром и хорошими звуками. Я даже не знаю, как это еще описать. Еще мне очень понравилась пауза. Вот такая вот пауза. Очень как-то лаконично, просто и красиво. И даже написано Newgrounds. Вот. Короче, я получил массу удовольствия. Правда, я был немножечко в шоке от вот этой вот нижней полосы, которая шумит как сумасшедшая. Что-то еще я хотел заметить. А, да. Я поиграл в эту игру на работе. Вот. Поиграл в Verge на работе. И... прошел примерно 4 уровня, правда, прошел их очень много раз, потому что мне все никак не терпелось поиграть в нее больше, но я решил, что я сохраню это для записи. Вот. Соответственно, как там подсказывают, нужно было нажать на кнопку, и есть такой момент, который я периодически ни разу не замечал, что здесь... Ой, господи, что здесь появляется ангел, которого какое-то время было видно, а теперь уже не видно. То есть я хочу просто обратить на это внимание, потому что я этого не замечал пару раз, когда играл.
Еще я сразу же хочу выдать прекрасную часть этой игры по поводу того, что происходит, когда ты умираешь. Я хочу это сказать сразу, просто потому что это очень важно в этой игре, и потому что я это уже знаю, я не буду это хранить в качестве секрета. Когда ты умираешь, ты становишься душой. Душой в каком-то потустороннем мире, и тебя преследуют вот эти вот штучки, которые называются пожиратели душ. Пожиратели душ. Вот. Я нахожу это, даже не знаю, очень увлекательно, очень интересно. Когда начинают меня есть, я могу вот так вот ходить из стороны в сторону и, так сказать, стряхнуть пожирателя душ себя. Вот так вот. Достаточно несложно. Вот что дают вот эти вот бабочки, я не знаю. Но мне кажется, что за это должны давать какую-нибудь медаль на Ньюграундс, и поэтому я буду их собирать. Отчасти поэтому я решил сейчас умереть просто для того, чтобы собрать эту бабочку. Еще мне очень нравятся эти враги, которые крайне сильно тупят. Они какие-то дружелюбные, что ли, или не знаю. Какие-то они спокойные. Здесь вообще все очень заставляет успокоиться. Вот, и, соответственно, вверх это проход в дверь. Что было во многих играх, как это правильно, в многих консольных играх, по крайней мере, древнего поколения. Думаю, я буду умирать как можно чаще, просто для того, чтобы собрать как можно больше бабочек. Потому что в потустороннем мире не всегда можно пробраться прямо к бабочке из, не знаю, например, из того места, где нужно умереть по сюжету. Поэтому я хочу изучать, как это сказать, потусторонний мир как можно больше. Вот. Я точно не помню, зачем заходить именно сюда, но, пожалуй, зайду. Да, я окажусь... я окажусь в месте, в котором можно нажать на кнопку. Потрясающе. Что меня еще покорило в этой игре, несмотря на то, что это платформер, он убийственно спокойный, что я уже говорил, конечно же, но еще и, как бы это сказать, он построен на загадках, он построен на пазлах. Это спокойные пазлы с интересной концепцией смерти. Смерти как части жизни, как части головоломки. Вот. Вообще, в какой-то момент мне становится очень страшно за нашего персонажа, про которого я, разумеется, ничего не знаю, кроме того, что он какой-то достаточно черный, похож на, не знаю, на черного негра. Вот. Возможно, кстати, бабочки прибавляют больше сил моей душе. Не знаю. Слышите, кстати, не знаю, слышно ли вам, но... Здесь слышно, как будто бы радиопомехи в этом потустороннем мире. Ой, я вообще-то не хотел умирать. Ну, ничего страшного. Да, я тебя не боюсь. Даже если ты будешь потом, как это сказать, более агрессивен, то даже тогда я вряд ли буду тебя бояться. Очень надеюсь, что эта игра спокойна почти что постоянно. Так, а теперь, поскольку я умру здесь, в том мире я окажусь уже, да, по эту сторону баррикад. Вот, собственно, и суть головоломки. Это вообще это последний уровень, который я проходил на работе. Точно не считал, какой он... По очереди, по списку, по номеру, по названию. В общем, я не считал, что это за уровень. То ли третий, то ли четвертый. И сейчас тоже не считал. Но суть в том, что да. Дальше я, кажется, больше ничего не знаю. Сейчас увижу и скажу наверняка. Ой-ё, не убивай меня. Вот тебе за это. Хоть ты достаточно не злой, но все равно. Line 3. Вообще, я достигал ачивмента Life 4, так что, пожалуй, вот этот уровень я тоже проходил, но только один раз. Если все остальное я действительно заигрывал до безумия, то вот эту штуку я проходил только один раз. Так, пока что я не могу умереть. Или могу? Нет, не могу. Здесь ничего нельзя сделать. Ну, в таком случае я хочу умереть. Ой-ё.
Нет, в таком случае я, похоже, не хочу умирать, хочу поставить сюда этот блок. И как бы мне не жаль было этого человека. Это вообще ужасная жизнь. Я себе не представляю, какая боль кроется за такой жизнью. Сколько смерти. Чисто физически это должно быть очень тяжело. Итак, поиски бабочки, О, поиски увенчались успехом почти что мгновенно. Мне интересно, эта штука украла у меня бабочку или нет? Наверное, украла, раз она позеленела. Что-то мне подсказывает, что... А, нет, это тоже позеленело. Все это странно. Но перемещение в загробном мире это... штука полезная. Штука нужная. И что, уже выход? Ну ладно, я хотя бы бабочку забрал. Вот, а Achievement Life 4 у меня уже был. Все. Отныне это blind. Кажется, здесь совсем мало уровней, честно говоря. Я опять же нагло, мерзко собираюсь убить нашего персонажа, дабы не жил он больше в этом мире. И найти для него бабочку, чтобы та провела его в... Эй! Я хотел сказать, не знаю, там, в лучшую жизнь... Но, похоже, здесь нет бабочки в обозримом будущем. Ну, извините, извините. Раз так, то я не буду вам больше докучать своими поисками бабочек. Итак, это я перепрыгнул, и это я перепрыгнул. Ух ты, они прям пытаются меня убить в самом-то деле. Пытаемся решить головоломку. Ну, пока что все понятно. Просто нажимаем на кнопку. Нажимаем на кнопку, получаем блок и, ой-ё, получаем таймер. Что же я должен сделать за время таймера? А, похоже, да. Похоже, он всего лишь отжимает кнопку, а это не так уж критично. Наверное, я могу сначала нажать, потом умереть. Все достаточно просто, но я все-таки хочу бабочку. Отлично. Опять же, понятия не имею, что за бабочки, чё, зачем бабочки... Но теперь-то я, разумеется, уже успею. Опа. Я не хочу. Фу. Я побоялся, что здесь появятся новые блоки и не пустят меня. Но. Это не преграда для нашего черного друга. Чьи черные мысли. А зачем я вообще убил его? Он такой дружелюбный. Вот даже не поворачивается. Даже не знает, что я здесь. Потрясающе. Line 5. Ну вот, видите, я не вру, у меня нет на Newgrounds этих медалей. Так что я действительно теперь играю вслепую. Так, не понимаю. Нужно попробовать нажать. Эй, он двигает мой блок. Я вернул блок, и теперь он может двигать его дальше. Ничего не понимаю. Ладно. Айо! Так, куда его вообще веду-то? Могу здесь, кажется, возродиться. Опа, а здесь я... Я хотел дать тебе блок. Вернись ко мне. Держи. Опа. Физика в норме. Физика действительно в норме, несмотря на то, что это флэш. То есть я понимаю, что современный флэш достаточно силен. Эй. Соул, или как это... Душепожирающая тварь. Уйди от меня, я хочу просто бабочку. Уф. Здесь какие-то прям нагромождения теперь. Этот мир становится все запутаннее и непонятнее. Сгинь. Хорошо. Их много? Ух ты. Уйди от меня. Моя душа для меня и только для меня. Интересно. Возможно, этот человечек... Ой, ё-моё, чуть не упал. Возможно, этот человечек силен духовно. Так, что я сделал? Теперь я могу здесь умереть. Ух ты ж. Какая честь. В самом-то деле...
Вы знаете, несмотря на то, что я могу умереть здесь прямо сейчас, и, скорее всего, это ускорит мое путешествие вперед, я не буду этого делать. Мне действительно жаль этого человека. Человечка. Я действительно не хотел тебя убивать. Извини, человечек. Там ли я оказался? Вполне там. И теперь имею возможность каким-то тяжелым образом вверх ногами добраться до цели. Сам не знаю, до какой цели. Опа! А здесь ничего? Нет, ничего. Не могу туда запрыгнуть. Я уже думал, что это что-то вроде секрета, но... Похоже, что нет. Line 6. Metal Gate. Итак, опять ангел. Пока что не исчезает. Это интересно. Привет, ангел. Я хочу поговорить с тобой. Давай дружить. Давай дружить. Ну давай же уже дружи. Черт. О, ё-моё, это же покемон. Огненный покемон, чьё имя я не знаю. Ой, ты ещё и по-разному плюёшься? А третий какой-нибудь? А, нет, только два. А ты обернёшься или нет? Я могу тебя убить? А, блин, дурацкий покемон. Так, получи, получи. Оба. Получи, получи. Знаете, теперь, когда я думаю об этом, дурацкая фраза, которая прилипла ко мне из английского и, возможно, даже японского языков, так вот, теперь, когда я думаю об этом, возможно, красненькие штучки тоже покемоны. Только их имени я тоже не знаю. Но в таком случае дракончик — это улучшенная версия красненького покемона. Скорее всего, он получил новый уровень. Здесь я уже должен... показать им два камушка. И путь отчасти, только отчасти открыт. Этот покемон не настолько дружелюбный, насколько красный, поэтому я не хочу его видеть в своих друзьях. В списке своих контактов ВКонтакте. Оп. Блин. О, так-то лучше. Эй, до меня только сейчас дошло, что я не умирал. Я не умирал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же моя бабочка? Я их всех уже убил. Вот идиот. Ладно, я постараюсь разузнать про этот мир поподробнее. Возможно, имеет смысл переиграть этот уровень. Прям совсем переиграть, а? Нет? Ё-моё, что это было? Что, простите? А, я, видимо, должен прыгнуть с высоты. И тогда уже я смогу туда добраться. Но, кстати, здесь есть шипы. Возможно, я умру. А шипы? Вот. И появлюсь здесь. И найду здесь бабочку. Хорошая мысль, не правда ли? Кстати, что вот это такое, я не знаю. Это какой-то, не знаю, зайчик солнечный. Он, конечно же, красивый. Я не спорю. Так, здесь эта штука меня блокирует. О! Я вижу бабочку, но я не понимаю, как ее достать. Видимо, можно... Ой-ё! Видимо, можно достать ее как-то иначе. Все это интригует. Все это интригует. Хорошо, человечек. Вопрос только в том, должен ли я тебя убивать, или я должен просто прыгнуть. Ну-ка попробуем просто прыгнуть. Что нам это даст? Эуэй! Так, да ничего нам это не даст, я должен был взять бабочку. Я не успокоюсь, пока не доберусь до этой бабочки, в самом-то деле. Ведь это всего лишь баба... Уйди от меня. Soul Eater. Вообще они действительно называются Soul Eater'ами. Я даже поставлю на паузу. И хочу вам это показать, если найду. Вот. WASD или Arrows.
mash hits buttons to escape when attacked by soul. Да, я показал вам это и обалдел. Это не соул-итеры, это соул-стиллерсы. Я даже могу менять громкость звука. Потрясающе. 27 life and death. То есть это что такое? Это 27 уровней? Хм. Если 27 уровней, то это очень много. Мне, наверное, нужно поторопиться в прохождении этой игры. Иначе она будет слишком большой. Хорошо. Я должен прыгнуть. Прыгнуть и взять бабульку. Извините за такое сравнение. Все нормально. Надо же было так промазать. Я же всего лишь хотел бабочку взять. О, ух ты, как странно. Эй, прыгай, прыгай, беги. Несись, как пчела. Yes. Бабочка моя. Ну что же дальше? Видимо, теперь я должен запрыгнуть сюда. Ай. Ну что же. Мега-прыжок номер как минимум 3 ждет нас. Эй. Soul Stealer. Stealer. Soul Stealer. Ты не прав. Ты не будешь воровать мои души. Потому что они для души. Они для души моей, чтобы... Эй! В самом-то деле... Away! Обалдеть. Какого черта вообще? Куда я вообще должен был попасть? Точно не сюда ведь. Совершенно точно не сюда. Обязательно туда. Но, если туда, значит, возможно, я прыгаю со слишком маленькой высоты. И мне нужно прыгнуть с большей высоты. Чтобы дать больше резонанса этой воде. В самом-то деле. Что же, загробный мир, жди меня, и я, блин, вернусь. Уху-ху! Не ожидал, что я догадаюсь, загробный мир. Так, солнечный жайщик, но он даже не ведет меня, я не очень понимаю, что он делает. Пам! И где я теперь? Я теперь у выхода, отлично. Хочу ли я убить покемона? Ну, блин, я вообще-то не хотел его убивать, но ладно. Line... что это? Seven. Seven. Line 7. Get. Medal Line 7. Get. Могу ли я ходить по загробному миру? Ну, почти что да. Почти что да. О! Даже больше вам скажу, я могу прям так в него погружаться без смерти. Не умирая. Хм. Я теперь все больше сомневаюсь в том, загробный ли это мир вообще. Или, возможно, какие-нибудь подземные источники. Угу. Все это становится все более и более запутанным. Давай. Так, наверняка я смогу запрыгнуть в него с той стороны. Но, пожалуй, да, я хотел здесь исследовать в поисках бабочек. Но я не нашел бабочек. Моя душа романтика жаждет больше бабочек. Away! Не away. Совсем даже не away. Эй! Вот так-то. Это музыка шальная, которая меняется. Меня просто убивает. О! Это черт. О! Давай. А, отлично. Только не говори мне, что это по времени подделано. Хотя, даже если бы это было подделано по время, то... Ох! Уж ты ж! Вообще-то летать по этим мирам достаточно интересно. Так, хочу ли я умереть? Вообще-то хочу, пожалуй. Попробуй. Где я? Я могу возродиться здесь. Я могу возродиться там. А! Уф. Так, я могу пройти еще дальше. И никуда не прийти, обалдеть. Если не застрял здесь случайно. Похоже, что нет. Разработчики пожалели меня и не стали меня убивать совсем. Но я не видел ни одной бабочки. Почему? Почему я не видел ни одной гребаной бабочки? И более того, куда нужно вообще отнести вот этот кубик? Как все странно. Не понимаю.
Я могу его вернуть, и я могу его не возвращать. Нет, нет, не сюда, пожалуйста. Вот сюда, спасибо, Барагое, точно. Данкишон. Данкишон. Окей. Я понял, что мы здесь имеем трех покемонов. Мы здесь имеем смертельную смерть. И все. Не понимаю. В любом случае, мне было бы неплохо найти место, куда я вообще должен принести красный, точнее, желтый кубик. Было бы совсем даже неплохо его найти. Видел ли я его в своем путешествии? Похоже, что нет. Обалдеть. Окей. Эуэй! Да не уэй никогда, да. Прыжок. Ага, обогнули, хотел сказать. Обманули, обманули. Ублюдка. И умри. Прости меня за эту смерть, о человек. Но я хотел сделать как лучше. Так, а здесь я появлюсь таким образом. Это абсолютно не ведет меня никуда. Никуда из тех мест, куда я хотел бы попасть. А если так... Тоже ничего нового. Да. Maybe. Опа. Что-то получилось. Я понес его на своей голове, обалдеть. А-а-а! Дурацкая хрень, что ты упала? А-а-а! Дурацкий душегуб. Эй, эй, эй. Пошел вон. Ты нехороший человек. Я не понимаю. То есть я понимаю, но не до такой степени. Тем более я до сих пор не нашел, куда вообще нужно его вести. Ладно, давайте еще раз. А теперь вот так, и вот так. Вот так, эй, не туда. Не туда, я сказал, ух. Пошел вон, пошел вон, пошел вон, пошел вон. Вот я веду его. Но куда? И зачем? Это все остается для меня загадкой. Уй, сюда же! Его надо было сюда вести. Отлично. Просто замечательно. Ей! Мой проход готов. Хочу ли я умереть? Вопрос. Или я хочу, возможно, прыгнуть? Ого! Бабочки нет, обалдеть. Я хотел найти бабочку. Видимо, одну бабочку я все-таки пропустил. Ну ладно, без металли проживу. Не понял, где мой лайн? Где мой лайн? Эй! Лайн! Я вижу ангела, я не вижу лайн. Не сделали такую медаль? Ну, сволочь. Так. Кнопка открыла дверь. А, это кнопка на время. О, мой ангел ушел. Я грустный черный человек. Пум-пум. Я всего лишь нажимаю кнопки. Кому они нафиг нужны? Добрый друг покемон. Как жаль, что ты покинул нас. Попробуем умереть. Просто потому, что мы можем умереть. А если мы можем умереть, то надо пробовать смерть на вкус. Ай-яй-яй. Нужно было умереть от покемона. Это я уверен. Уж в этом-то я уверен. Ё-моё. Так, все ясно. Это уже не простая смерть. Это уже какая-то вдумчивая смерть. Потому как... Так, стоп. Я должен особым образом прыгнуть, да? Я... Сгоню тебя. О, пожиратель душ. Грёбаная моя бабочка здесь. А-а-а! Моя бабочка.
Да. Вы знаете, пока что я вот уже полчаса пытаюсь записывать с новым видом комментарии, более спокойным, менее шальным и более нормальным голосом, менее заикающимся, менее сумасшедшим. Вы знаете, я могу сказать, что мне кажется, что это не так интересно. Вот прямо сейчас я сижу и думаю, я делаю это, и это не так интересно. Но я попробую сделать это все равно. А вы вот, если вы посмотрите эту флешку, вот вы скажите мне, это более интересно или это менее интересно? Что вам больше нравится? Бум! Вперед к бабочке! Она мне нужна. Правда. Я не могу без бабочки. Ангел не хочет со мной водиться. Как же я еще и без бабочки? О, черт. Так, вот она. А-а-а! Черт, я не знал, что... Я, то есть я думал об этом, но блин, ну блин. Откуда же мне было знать, что там нет никакого прохода? То есть в смысле, что там, ну да, что там можно просто упасть, и это всего лишь тень, и это не стоялка. У меня, между прочим, темный монитор, я каждый раз об этом говорю. Я не вижу очень многого из того, что видите вы, возможно, если у вас не такой же монитор, как у меня, конечно. Эй, yes! Здешнюю бабочку я взял, ура, все. Теперь можно не умирать, если, конечно, здесь не две бабочки вместо этого. Кстати, этот лайн случайно не означает, что я бабочку взял? Ну-ка, лайн... А, здесь не написано, какие лайны я взял, какие нет. Ну и ладно. Я не собирался умирать. Тенс, есть. Перепрыгнул. Запрыгнул, покемона убил. Эй! Нет, не хочу умирать. Даже не думайте об этом. Даже не думайте о том, чтобы убить меня просто потому, что... Эй, еще один покемон. Ой-ё. Есть. Давай, полей. Тух, тух, тух. Целый ритм. Так, коробочку ведем. Вообще, эта кнопка ресета, конечно же, означает, что коробка может просто застрять. Это не так приятно сознавать, хотя все-таки игра сделана действительно качественно. И у меня есть сомнения по поводу застревания этой коробки. Ой, ё-моё, опять в воду упал. Как в воду глядел, что в воду упаду. Это что? А, это обычная возрождалка, она ничего не делает. Хм, как бы мне запрыгнуть повыше? Опа, кажется, получилось. Круто. Ага, а теперь мне нужно обратно. Видите, я все понимаю, я не такой тупой, как кажется. И опять обратно? Ё-моё. Все выше и выше наши... Все это напоминает мне портал. Действительно похож на портал. Эуэй! О-ха-ха! Итак, динозавр Гайя... Ай! Ну, ты не сильно меня подбил. Даже и не думай, что ты победил, потому что... Я совсем не так прост, как кажется. Эй, блин, это на время? Вы охренели? Вы охренели? Не, вы не охренели, я вру. Вы молодцы. Вы сделали это не совсем не так сложно, как могли были бы сделать. Проклятие. Где я вообще? Ой-ой, я, кажется, знаю, где я. Да в самом-самом-самом гребаном начале? Да вы просто... Итак, дракона больше нет. Должен ли... А, я должен здесь тоже пройти, обалдеть. Так, это вроде было не очень сложно. Правда, я все это делаю одной рукой, и мне сложнее делать это одной рукой, потому что моей одной руки не так много мозгов, как у двух. А, так, опа, это... Окей. Я даже отыграюсь на динозавре и убью его. Турной покемон... Так, что ты делаешь? Ага, ага, ага. Ну ничего. А, здесь, кстати, был ангел. Я пойду за ангелом. Я верю, он или даже она пошла именно сюда. Line 9? Да. Line 9. Я пропустил одну бабочку, проклятие. Где же она там находилась-то? Ладно. Что за... находится за гранью здесь? Ничего не нахожу. А! Ё-моё.
Куда музыка-то делась? Одни шумы остались. Музыки нет. Что это? Это бабочка? Но она заперта. Их две. И они за... Эй! Что это с ними? О! О! Что я перепрыгнул вообще? Знать бы. О! Обалдеть. Эй, здесь тоже нет музыки, одни помехи. Это глюк, возможно? Вау. 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 Что здесь происходит? Что, простите? Эй. Return to me. Return to me. Вау. Ну, я вернулся к ней. 23.08.37. Ну да, ровно столько я играл, да. Наверное. А толку-то? Ну я все понял, да. Если бы я пошел там... Обалдеть. Я должен продолжить. Где я? Это первый уровень или это какой? А нет, это не первый, это тот же уровень. Хорошо. Должен вам сказать, ребят, я весь покрылся мурашками от впечатлений от этой игры. Что здесь вообще происходит? Я вернулся к ней, но толку-то? Если это вообще была она, а не он. И оно... Уё! И, честно говоря, до того в шоке от происходящего, что я даже совсем упустил из виду этого пожирателя душ. Эй, я не могу до тебя... Наверное, могу до тебя допрыгнуть, но каким-то хитрым образом... Видимо, да. Видимо, за счет прыжка из воды... Из этой, как ее? Из... Господи, как это называется? Гребаная фигня. Не могу вспомнить. Ух! Нет. Он меня тормозит. Значит, я как-то наверняка могу пройти... Это место. В том смысле, что перепрыгнуть его. Ой! Это... там ко мне присосался. Пошел вон. Пошел вон. Так. 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 И вот так. Эй. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Еще одна попыточка. Попыточка. Наверняка из-за того, что я не собрал все бабочки, что-то не открылось. Я в будущем, конечно же, еще поищу, блин! Да что ж такое-то? Я уверен, что могу туда попасть. Я понял! Я не могу туда попасть ровно потому, что у меня нет бабочки. Я должен ее найти. Я должен ее найти, и я найду ее. Так, хорошо. Я вернусь к тебе еще раз. Ну да, 23.50. Уже больше, уже больше. Давай, давай, проходи дурацкое время. Даже, знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, что здесь я остановлюсь и вернусь, когда найду другую бабочку. Итак, если я пойму, какая часть этого экрана записывается... Блин. Турная программа. Ну ладно, я думаю, что это все-таки записывается. В крайнем случае, я смогу это показать еще раз. Да, вполне смогу. Итак, собственно, как же я этого добился? Я смог достать одну бабочку. И сразу же покажу вам, как это сделал, не понимая, как сделать все остальное. Кстати, пока я пытался играть в эту игру совершенно без... Ой, блин, надо все не так сделать. Совершенно без записи, я понял, что в оригинале она гораздо быстрее. По крайней мере, на моем домашнем компьютере. Но вот на моем компьютере в школе... В школе, я имею в виду на работе. И на работе не в школе, а на работе в университете. Она идет примерно точно так же, как на запись по скорости. Да. Как на запись по скорости. Вот. Ну, собственно, в чем смысл того, о чем я сейчас пытаюсь сказать? Суть в том, что она мне гораздо больше нравится в таком замедленном варианте. То есть, возможно, она становится легче, и, возможно, даже становится слишком легкой,
Но тем не менее, несмотря на это, именно тогда действительно чувствуешь, ну вот, телефон, так, как здесь пауза-то? Пум. Ну вот, я, значит, и говорю, что надо-то? Ай, блин, здесь прыгает мой кубик. Твою-твою, эй, хотел быть не с этой стороны, о, вот так. Вот так, отлично. И вот так, и вот, эх. Сейчас я тебя подтолкну. Вот, я уже почти что совсем... Ой, блин, теперь еще и... Эй! Все прям сговорилось против меня. Так вот, я собираюсь вам показать, как же достать Эй. Хотя, как же я вам покажу, если я уже ее достал? Давайте так, я вам покажу, где она находится. И почему я не мог ее достать раньше? А показывать ее я вам, конечно же, не буду, потому что ее уже не будет. То бишь, ее в смысле бабочки. Вот, не будем трогать этого покемона. Здесь я сразу уходил в дверь, а можно, оказывается, как прыгнуть. И вот здесь вот бабочка. Вот так вот. И я пойду дальше. Вот, лайн, какая она? 8-я. Я подделал линию. Кстати, я заметил еще одну очень интересную вещь. Я тоже вам потом ее покажу. В будущем почитаю. Это, короче, оказывается, история этого человечка записана вот в этих вот медалях, которые я вот эти линии получаю. Записано, правда, на английском. Ну ладно, здесь я опять поставлю на паузу и пройду до последнего уровня. Ну, или того уровня, который выглядел как последний. Вот он, кажется, этот уровень. Я, честно говоря, не узнал его, когда вошел в него, но я понял, что что-то здесь не так, когда пропала музыка. И вот опять мурашки побежали по моему телу. Я, черт возьми, серьезно говорю. Мне как-то не по себе. От этой штуки как будто бы исходит энергия. Очень-очень странно себя чувствую я, когда попадаю в этот уровень. Очень странно. Постараюсь пройти наконец-то по этим бабочкам. Теперь у меня на одну больше. Надеюсь, этого хватит. А так. Вот так. А, черт, не повезло. Одному такому. Кстати, этих пожирателей душ, или как их там, воров, душных воров, их гораздо сложнее стряхнуть с себя при нормальной скорости игры. Но должен вам сказать, что если у вас средний компьютер, то это не опасно. Итак, я прошел в какое-то место, где я еще не был. И теперь я появлюсь, видимо... Так, ну-ка, могу ли я запрыгнуть выше? Мочь-то могу, но толку боюсь никакого. Да. Ну-ка еще раз. Так, так. И прыжок. Да. Здесь ничего нет. Ну ладно. В таком случае... Вперед к ангелу, или даже не знаю к чему. Вау, линия 10. Что произойдет? Оно ломается. Ё-моё. Очень странно. Уё. Да, дело дрянь. Или наоборот, все хорошо. Но выглядит как-то не очень хорошо. И... Ё-моё, я где-то появился. И здесь нет музыки. Я могу двигаться. Хуё! Там линия. Не понимаю. Пробую прыгнуть. А, стоп, идея. Я могу запрыгнуть повыше здесь. Так, я запрыгнул. Здесь теперь... Эй. Здесь теперь могу прыгнуть и... Эй. Да я не это хотел сказать. Так, а если вот так? Да! Скинь с меня. Так, сообразить. Все не так-то и сложно. 10-я частичка истории. Это впечатляет. Вот так, возможно, maybe. Да, я должен попасть именно в эту
Именно в эту часть. Давай. Вот так вот. Отлично. Опять же, не могу зайти выше, буду прыгать. Эвэй! Куда? И никуда. Эй, ну что за фигня? Не понял? Блин, это не уровень, это какое-то безумие. Ё-моё. Да. Дело дрянь. Причем, что интересно, что по ту сторону, что по эту сторону, как будто бы звезды. Это уже даже сложно назвать потусторонним миром эту штуку. Она какая-то странная. Ну-ка, ну-ка. А, блин. Еще всегда так сложно запрыгнуть именно туда. Так, так, так. И вот... Да, блин. И вот так. Да. Есть. О, ну посмотрим, что я могу, когда я забрался так высоко и запрыгнул туда. Эй, портал! Портал Фарева! А, ё-моё, где это я? Что творится со мной? Эй, я зря сделал то, что я сделал. Или не зря. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. А если я сюда зайду? Ух-хо-хо! Ух ты! Это оказалось не так сложно, как я думал. Стрелка. Хм. Странно. То есть теперь я могу перепрыгивать еще дальше. Я боюсь это делать, потому что я боюсь наткнуться на ту штуку. Ее еще пока нет? Блин, вот она была. Вперед, 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 вперед. Блин! Все заново. Ладно, ничего страшного. Я хотя бы попал не в самое плохое место из них. Из возможных мест, где я мог оказаться. Эй, yes. Так, здесь я иду, да, туда, я понял. Вперед. Up, up, and away. Стоп. Ага, вот он я. Вовремя. Перелетел. Ага. С этой стороны вроде нет никакого прохода. Вот он проход, и вот она бабочка. Эй, какого черта? Какого... Фигня какая-то. Не понимаю. Еще одна бабочка. Больше света. У меня что-то на голове? Эй, что за... У меня не было этой штуки на голове. Что со мной? Странно. Что это вообще такое? А, это нимб. Это нимб. Ё-моё. Да, да тут все по-серьезному. Хм. Странно. Я отправляюсь в рай. А до этого мог только в ад. Бабочки ведут меня. Все совсем побелело. Совсем посветлело. Странно. Все в бабочках. Нимб засветился золотым. И чё? Я могу приподняться. Я сделаю это. Просто потому, что я могу. И это дверь. Это дверь. И также мне кажется, что если бы я мог здесь умереть, то я также мог бы здесь, возможно, возродиться, потому что там нарисован этот знак Анг. Или Анг, как правильно. Ладно, попробуем войти, что ли. Давайте. Я сделал medal set. Welcome home. Welcome home. И что самое ужасное, я знаю, что я не взял еще две медали. Я не взял еще две медали, у меня нет вообще никаких идей по поводу того, как их брать. Да. Ну да, 11:58. 11 минут, наверное, имеется в виду. То есть, когда я уже знал, как идти, я шел за 11 минут. Ну и там уже было взято приличное количество бабочек. Их не приходилось брать заново, даже несмотря на то, что я начал новую игру. Ну ты исчезнешь или нет? Так и будешь туда-сюда вертеться? Ну, кажется, я думал, остановилась, но она не остановилась. Пока что давайте сходим вниз, и я посмотрю, что я взял.
А, я не могу ничего смотреть, пока я не перезагружу страницу. Значит, давайте я сделаю это потом. Да. Да, я сделаю небольшой еще кусочек записи в таком случае и прилеплю его к этой записи. Ну что же, а теперь я хочу вам рассказать эту историю нашего человечка. Я сам не знаю, что это за человечек. Я, честно говоря, не совсем уверен, как именно следует, в каком порядке, так сказать, читать эти медали. Я думаю, в таком же, как здесь написано. Вот, значит, история, насколько я понимаю, начиналась с того, что он не помнил, как попал сюда. Угу. Дальше слово идет слово fading back to me. Fading. Честно говоря, я не знаю, что такое fading, поэтому мы продолжаем учить английский с мистером Фреем. Как правильно это вставить, чтобы было. По-моему, вот так как раз хорошо. Fading. Если бы я еще помнил, как оно пишется. Fading. Так. Даже близко не так, да? А, он мне подсказывает. Затухание. Затухание. То есть... Fading back to me. Я, честно говоря, не понимаю. Обратно ко мне затухает. То есть, единственное, как я могу это расшифровать, это что он ничего не помнит и начинает помнить все меньше и меньше и меньше. Или что-то в этом духе. Я не могу быть. I cannot be. Я не могу быть. I cannot be making my way as my memories return. I cannot be making my way as my memories return a part of him. Видимо, я все-таки должен это читать как один, два и так далее. То есть получается, что я не помню, как попал сюда, и пока моя память возвращается, затухая ко мне, не понимаю, Fading Back to Me, как часть его, я не могу быть, подделывая свой путь toward his fate, this fate. Toward. Что такое toward? Toward. Toward. К. Ну как это звучит? Toward. Какой ужас. Ладно. This fate. К этой судьбе. Что к этой судьбе? Подделывая свой путь. Я не могу что-то... Как часть его я не могу подделывать свой путь к этой судьбе. I sense him out there. Я чувствую его где-то там, поджидающим меня. Это какая? Это восьмая, значит, девятая. Что такое vivid trans consumes me? Vivid. Что такое vivid? Vivid. Яркий. Непонятно. Trans. А, мол, это яркое видение. Consume. Что это? Consume. Потреблять. Что за... Сие яркое видение поглощает меня и наставляет и освобождает мой дух. И это дает нам это достижение, что welcome home, your journey is over, то есть добро пожаловать домой, ваш путь окончен. Все очень странно, непонятно, должен я вам сказать. Особенно непонятно, что так, rising toward fate. Rising. With his wings.
There were no survivors. Loki. Я вот, конечно же, не знаю, что это значит. Здесь очень похоже, что нужно всех убить и меня убить. Это значит, что я должен вообще всех мобов убить. Ну да, я их жалел. Это да, это правда. Rising your toward fate. Rising toward fate. Вот этого я, конечно же, не знаю. Я вполне могу всех убить и достать целых 100 очков. Но мне это не очень-то и нужно. Да, извините меня за такой не очень сумасшедший летсплей. То есть я имею в виду... О, господи. Я имею в виду летсплей, который не ведет к всеобщему прохождению, но... Уж такого уж... О, господи. Ладно, я хотел запустить... Да-да-да. Давайте это сделаем хотя бы так. Я хотел запустить эту музыку, я хотел запустить эту картинку и сказать, что это... Была игра Verge или Verge, или как там говорил этот транслейтер, или как там его. Это была она. Она мне действительно очень понравилась. Здесь вы можете видеть, что я смотрю Let's Play N от Эдкита. И здесь у меня YouTube, да, это правда. Вот. И я не показал, что мне это нравится на Фейсбуке, потому что у меня нет Фейсбука. Вот. Ну что я могу сказать, это действительно обалденная игра, в основном потому, что она такая короткая, такая вдумчивая и интересная, и непонятная, и более того, даже напоминает мне Portal, а Portal я люблю. Поэтому, если вам понравилось, то я рад, потому что я получил истинное удовольствие от нее. Ну что же, давайте до следующих встреч, потому что я больше не знаю, что сказать. Bye! Bam, bam, bam.